Сегодня 77 лет исполнилось бы Владимиру Жириновскому. Выдающийся политик ушел из жизни год назад. Прогнозы лидера ЛДПР продолжают сбываться и сегодня. А Владимир Вольфович остается главным ориентиром для созданной им партии. Сегодня в областных кинотеатрах по всей стране состоялся специальный кинопоказ фильма о жизни Владимира Жириновского «Живой». В Белгороде документальную ленту транслировали в кинотеатре «Русич».